смотри прямо или косо. В любом случае, тебе всегда нужно смотреть в правильном направлении. Простая игрушка может причинить большие неприятности.
Никогда не играй с ней одна. Thank you.
Глянь, труляля! Это как ее там? Из психушки. Нянечкина любимая дурочка. Ух ты! Костлявая-то какая! Кто ее выпустил? Свалят-то наверняка на нас. Надо ей дать лекарства. И побольше. И покрепче. А у нее есть что-нибудь пожрать? Вряд ли. Она никогда не доедала кашу. Будь на ее костях хоть немного мяса, можно было бы вкусно пообедать. Вы мерзкие, жирные, вонючие твари. Я вам сейчас набью пузо. Чем толще пузо, тем громче оно падает. Ты можешь, наконец, посоветовать что-нибудь дельное, а не очередную банальность? Используй их размер против них. Синхронизировано. Жаль, ни на кого сейчас нельзя положиться. Входи, Алиса, ты пришла как раз к чаю. Я пью чай только с друзьями. Считай, что я в их числе. Точно, я хотел сказать честно. Правда, прости, я совсем забыл. Ты с правдой в ссоре. С чего вы это взяли? Правда всегда неприятна тем, кто ее боится. Я ничего не боюсь. Неправда, ты многого боишься. Например, возвращение в больницу, воспоминания, из-за которых ты туда попала, дальнейшего, скажем так, принудительного лечения. О да, ты многого боишься. Конечно, всего этого можно избежать. Как? Объясните, что вы хотите сказать?